Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео я вам покажу, как же чистить фильтр робота-пылесоса Xiaomi. Ну, начнем с того, что, в принципе, у всех Xiaomi роботов-пылесосов находится мусорный бачок сверху, а снизу у нас отдельно подключается бак с водой для влажной уборки. Вот что и плюс у таких роботов-пылесосов, что они одновременно убирают и моют пол. Именно сам фильтр здесь у нас один. Он находится на контейнере с мусором, снимается. И он, кстати, бумажный, то есть мыть его нельзя. Контейнер вы, кстати, можете почистить там и помыть, а сам фильтр, к сожалению, мыть нельзя. Поэтому сейчас мы высыплем мусор из контейнера и снимем фильтр, я вам покажу его поближе. Мусор мы, значит, высыпали. И у нас здесь как бы ни защелок, в принципе, ничего такого нету сильно, на которое нужно нажимать. Поэтому мы просто делаем небольшое нажатие на себя, и фильтр у нас снимается. А фильтр, видите, тоже забивается прям достаточно хорошо забивается. А единственное, что мы сможем сделать, это вот я вот так вот сюда вручную собираю сверху вот комки пыли у нас, которые собираются здесь. И максимум, что еще можно делать, это вот таким образом, вот я немножечко вам покажу, то есть аккуратно постучать для того, чтобы не разбить пластиковую нашу каемку, вот эту фиксирующую с контейнером. Мы выбиваем вот таким образом пыль из самого фильтра. Ну, либо же, как знаете, там продувать можно там, либо, как сказать, другим пылесосом, да, пройтись тогда, пропылесосить сам фильтр от этого пылесоса. Либо же компрессором там или чем-то продуть, если уж прям такие прям сильные загрязнения, что вручную очистить не получается. А вот, и после того, как мы почистили, продули, устанавливаем контейнер и фильтр обратно на свое место, защелкиваем и ставим на свое место. Но не забывайте, как бы не только фильтр нужно прочищать вот это, да, после уборки, но и желательно прочищать саму щетку вот эту с обратной стороны, потому что она тоже собирает на себя немало мусора, пыли, волос и всему того подобного. И вот здесь вот видите, как бы тоже собирается мусор. Это нужно все прочищать, чтобы здесь ничего у нас не намоталось и не загорел у нас моторчик для нашей щетки. Вот, видите, как бы волосы, все вот такие вот длинные какие-то ворса там и тому подобное, все накручивается, то есть как бы щетка работает по принципу закручивания и, соответственно, на себя наматывает все то, что находит на своем пути. Поэтому вот ее тоже нужно прочищать вместе с фильтром. Ссылки на лучшие роботы-пылесосы Xiaomi представлены в описании. А это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!